И всем привет, ребята! И вы попали на мой канал. И сегодня в этом видео я буду играть в пол. Это лава. И уже начался новый раунд. Тут проголосовали за какую-то карту. То есть здесь монетку можно собрать. Я воспользуюсь моментом, конечно же. Подождите. Что происходит вообще? Почему мы оказались вот здесь? Это странно, потому что я была внизу и вдруг очутилась здесь. Ну да, ладненько. Как вы видите, пока что еще куча времени осталось, поэтому нужно прожить до этого момента. Лава уже на половине. Ого, подождите. А это разве не самая большая точка? Раз тут 27 секунд. А, ребята, можно было же туда забраться. Серьезно, может, я выживу? Успею, успею. Серьезно, я выжила? Вот это мне повезло. А я-то думаю, почему лава настолько близко ко мне? Хотя еще осталось много времени, но лава уже была очень-очень близко. Но оказывается, вот почему. Нужно смотреть по сторонам. Я-то думала, что вот, я тут сразу оказалась здесь, нужно просто подождать. Но нет, оказывается, ребята, нужно было хотя бы посмотреть. Как вы видите, я уже очень много раз нажимала на этот парашют, потому что я хочу, чтобы мне его дали поскорее. Кстати, что это? У меня есть бургер. Новая карта какая-то. Куда забираться? О, смотрите, можно туда забраться. А в домик? Нет, я сейчас просто время теряю. Нужно поскорее. Либо туда, либо сюда. Не-не-не, туда, точно. Нет, лава, 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 лава. Все, я в безопасности. Здесь повыше будет, конечно. Дальше напиток есть. Вот такой вот. Дальше. Это повышение скорости. Да, я чё быстрее стала. Смотрите, нужно нажать здесь для повышения скорости. Но оно, к сожалению, не вечное. Ого, вот это я высоко прыгну сейчас. Одна секунда, и я выжила. Смотрите, вот я нажала сюда. И с таким пламенем, ну, вроде я быстрее бегаю, чем остальные. Давайте-ка я подожду, пока там все наполнится, чтобы проверить максимальную скорость. Магазин находится там. Нужно будет сейчас посмотреть. Но для начала мне нужно умереть в лаве, чтобы посмотреть, что там находится. Давайте монетки соберем. Нет, это моя монетка. Я успела или нет, я не знаю. Смотрите, я сейчас очень рискую, я просто хочу забрать монетку. Многие ребята решили выбрать монетку и утонули в лаве. Но я успела вот в последние секунды забралась вот сюда. Теперь, смотрите, все тут забрались туда. А я могу просто тут постоять. Немножко разницы в высоте, но думаю, что я все равно останусь живых, потому что давайте-ка посмотрим на лаву. О, нет, 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 подождите, подождите. Стоп, стоп, стоп. Не-не-не, я же не могу сейчас утонуть. 5 секунд просто нужно потерпеть. Вот буквально 5 секунд. 0 секунд. Ура, ребята, вроде все остались живы. Пока что есть время, давайте сейчас я проверю скорость. Вот она сейчас на полной. И я не знаю, как это работает, но вроде ничего не изменилось. Давайте-ка Здание. за особняк, он такой классный. Мне интересно сейчас посмотреть, как он выглядеть будет. То есть мне нужно нажать сюда. Ой. Вот это меня отколбасило. Давайте поскорее забирается вот этот особняк. Сейчас я посмотрю, что тут. Ого, вот это он красивый. Я сейчас чуть не упала вниз. Просто посмотрите. Да что вы все толкаетесь? Просто посмотрите. Реально просто вау. Какой огромный особняк. Так, нужно. О, мне дали парашют. Ура! Теперь я смогу полетать. Но все же нужно забираться как можно выше. Здесь не выше всего. Нужно забираться наверх. А здесь наверху. Что это? О! Ого! Да я тут даже не вижу, где лава. Смотрите, вот я сейчас только что как-то чуть-чуть увидела,
что лава была там. Но сейчас я не могу это посмотреть. О, 5 секунд. Ну, лава даже до нас не добирается. Сейчас я полетаю, потому что вот 2 секундочки. А нет, она все-таки до нас добралась. Вау, просто посмотрите. Мне кажется, что так долго я еще не летала. Вот я до сих пор летаю, и все, я приземлилась. Вот так тоже можно полетать на месте. Если просто зажать пробел, можно вот так вот летать. Так, самая высокая башня, думаю, здесь. И она вроде единственная с лестницей. Можно забраться так. А нет, нельзя. Можно забраться только вот таким вот путем. Что там, уже лава, что ли? А нет. Все нормально. Можно было и на другие здания забраться, но, ей не повезло, этой девочке, потому что там здание вообще маленькое по сравнению с этим фиолетовым зданием. Посмотрите, мы довольно высоко находимся, поэтому главное не забыть включить парашют. Включаю парашют, сейчас лава прям вообще близко. Смотрите, вот здание стало просто прозрачным. Все готово. Полетала, но не так, как в этом особняке. Но тоже довольно высоко было. Сейчас посмотрим, что же за выбор будет между картами. Я уже собираюсь выбирать самое высокое здание опять. Потому что хочется что-то... О, средневековый лагерь, может. Потому что здесь, думаю, не особо высоко будет. Здесь тоже. Поэтому пусть будет вот такая необычная карта. Ну, не супер высоко, но выглядит интересно. А как тут? А, вот так вот. Хорошо. А тут это можно забрать? Нет, нельзя. Что? 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 Стоп, 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 стоп. А тут пока еще заберешься? А, нет, получилось. Я тут, знаете, просто провалилась. А как? Ладно. Хорошо, я была на грани смерти. Идемте наверх. Сюда. Хорошо. Ну что ж, теперь я подожду. Я, пожалуй, буду стоять в сторонке от всех, а то сейчас там толкаться будут. Поэтому я постою здесь. Подальше от всех. А можно и тут постоять, пока что лава еще не дошла до нас. Смотрите, я тут максимально близко постою с лавой. Ой, 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 ой. Ну все, иду обратно. Все, теперь ждем, пока что. О, кто-то прыгнул в лаву. Может, тоже прыгнуть? А почему бы и нет? И все. Я хочу просто зайти по-быстренькому в магазин и посмотреть, что тут продается. Так, можно купить что-то здесь, я так понимаю. Мне нужно успеть до начала раунда. Я ничего такого не вижу. 500 побед, ого. У меня есть 200 побед, интересно. Как это купить вообще? Совок, стрелялка, может, стрелялку? О, стрелялку у меня получилось купить. Все, погнали. А как ей стреляться вообще? Она что, серьезно бесполезная? Ой, она сломалась. Ой, это лава. Смотри. А нет, вроде... Что это? Находимся в вулкане. Вот огонь здесь пылает. Прям вообще невозможно ничего развидеть, потому что он тут везде. Как от него вообще спрятаться? Хочется уже... О, смотрите, небо какое красивое здесь стало. Благодаря вулкану. Вау, красота. Одна секунда. Точно, успела. Ого, все упали, а я одна успела включить парашют. Вот прямо на последней секунде. Все, мы добрались. И сейчас будем ждать нового голосования. Я пока посмотрю, что тут есть. Вход, что-то такое. А, можно же... Отсюда даже покупать, оказывается. Подождите, я что-то увидела интересное. Вот это хочу. Нет, нельзя это купить. Ну ладно. Выбрали вот такое обе. Пойдемте.
Нужно еще успеть пройти эту лобби, а если я упаду, то все. Второй попытки не будет. Давайте по очереди все не будем толкаться. Вот, я жду, пока что остальные пройдут. Вот, аккуратно. Сейчас главное не упасть. Все хорошо. Нет, аккуратно, подожди, стой, да я сначала пройду. Ой, сори, не посмотрела. Все, нормально. Теперь бояться нечего. Просто идем вперед, и здесь тоже главное не упасть, но можно вот так вот с краешку. И все, готово. Вот, тут что-то построили совком. Нужно было совок купить. Мне кажется, это более нужная вещь, чем вот этот вот пистолет. Потому что... Нет! Девочка, стой! О, вот это мне повезло. Я серьезно, везунчик. Нет, я забыла парашют включить. И я одна выжила. Смотрите, здесь никого. Я здесь одна. Ну что ж, ребята, на этом мое видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а на этом было все. Всем пока!